31 марта 1967 года скончался Родион Яковлевич Малиновский, маршал Советского Союза, видный государственный деятель, член ЦК КПСС, выдающийся советский полководец, министр обороны СССР. Похороны товарища Малиновского состоялись на Красной площади. Траурный митинг открыл председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. На митинге с прощальными словами выступили первый заместитель министра обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко, воин гвардейской Таманской дивизии, старший сержант Бойчуков, министр национальной обороны Польской Народной Республики, маршал Польши Спыхальский. Руководители Коммунистической партии Советского правительства переносят урну с прахом Родиона Яковлевича Малиновского для захоронения в Кремлевской стене. Последние воинские почести коммунисту, герою, полководцу.